при болезни Паркинсона не делайте много упражнений. Может быть, даже вначале делать одно движение, маленькое-маленькое. Или из стороны в сторону, или слегка покачивание вперед. И старайтесь прочувствовать глубинные движения, маленькие движения. Учитесь маленькие-маленькие движения. Потому что ваша рука, которая дрожит, она делает колоссальную нагрузку. Больше, чем спортсмены в тренажерном зале. То есть маленькие движения, вы тихонько-тихонько покачиваетесь, разогревая, запуская кровь в связках, в сухожилиях, отпуская их. И если вы правильно будете работать, через 40 минут, а лучше через полтора часа, вы спокойно, легко встанете.